Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал, ставший традиционным видео о косметических покупках из магазина Irmac. Тени кремовые Maybelline, оттеночек 93, крем Denude, это уже вторая. Девочки, можно использовать как корректор, можно использовать как базу под тени. Классный косметический продукт, хватит на очень-очень долго, я вообще на год могу растянуть, с меня не станется. Вот это я купила по наводке Лизы On Air E7431. Еще не открывала. Вот это уже открывала. 34 оттенок Эстрада хайлайтер. На данный момент это лучшее, что я пользовала. Он очень деликатный, он без крупного шиммера, он просто потрясающий. Поэтому, девочки, рекомендую. Попробуйте обязательно, ну а мы поехали дальше. Вот такой дезодорант, написано Nivea Men, но я бы рекомендовала его девочкам и мальчикам. Он очень хороший, качественный, пахнет макадамией, избавляет вас от проблемы пота. Это я беру уже второй раз. Вот такой вот от Organic Shop. Потрясающий крем для лица и тела, или просто для тела. Вообще, на самом деле, его можно пользовать и на руки, и на ноги, и, в общем, соответственно, после приема душа. И вот такой очаровательный, просто так, это вам не что-нибудь, а Гош. Вот, большое спасибо, это престижная марка. Никогда вообще, или почти никогда не использовала ничего из Гош, обязательно попользуюсь. Это универсальные цвета, такой асфальтовый и черный. Спасибо, поехали дальше. Я купила его в магазине Находка за 99 рублей, еще не распечатывала. И там их огромное количество, и они от 45 до 99, то есть 99 из такого лакшери-лакшери. Я купила самый навороченный, он состоит из трех вот таких штучек. Ну что, я испытаю, посмотрю и вынесу свой вердикт. Поехали дальше по моим бюджетным покупкам. Вот такие ватные палочки я купила. Они, с одной стороны, острые, что делает их просто незаменимыми в плане макияжа, а верх у них вот такой. Ну, я еще пока не сильно разобралась, зачем он такой. Но они необычные, стоят бюджетно. И единственная проблема вот в этой коробочке, она открывается. Я брала раньше такие, но они так не открывались. Она просто прям распахивается сама. Неудобно. А я видео снимаю. Видео снимаешь? Да. Можете передать привет. А где-то покажу, а где находится-то не скажу. Интернет-магазин, ссылочку я оставлю под видео. BB-крем беру всегда, каждое лето. Основной уход – экстракт розы и вот такая чудесная мицеллярка 700 мл. И молочко. Для меня оно лучшее. Поехали дальше. Your shoes are sick.